Турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы региона стартовал в Петропавловске. В нем участвуют 8 команд. Это сборные районов и города. За первыми ледовыми баталиями наблюдала наша съемочная группа. На льду 8 команд. Это порядка 80 человек. Перед началом игры участников турнира приветствует заместитель главы региона Антон Федяев. За прошедшие 25 лет Казахстан достиг значительных высот по всем направлениям. В эти годы казахстанцы, спортсмены, уверенно выступая на всех соревнованиях, мировых, европейских, азиатских и иных международных первенствах, турнирах и чемпионатах, Олимпийских играх, прославляя и представляя нашу страну. В красной форме сборная сельского района, белой – Акаинского. Им выпала честь первыми побороться за кубок главы региона. На 17-й минуте возросло напряжение, сложные комбинации у ворот противника, и вот первую шайбу забрасывают акаинцы. Вдохновившись, белые начинают увереннее атаковать. Еще 4 шайбы им удалось забросить в ворота противника. Евгений Заруцкий, капитан сборной Акаинского района, говорит, пока тренироваться приходится на открытом воздухе, но погода не всегда позволяет. Тяжеловато играть немножко. Ну ничего, мы не первый год участвуем. Финальным играм будем готовы. В прошлом году мы бронзовые были призеры. Ну где-то так и должны быть. Впереди у команд несколько выездных матчей в Кызылжарском и Есильском районах. Бороться за кубок главы региона они будут до конца зимы. Алина Баржанова, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.